Капитан, как там сержант? Вернулся? Он в лазарете. Думаю, он полностью восстановится. Спасибо. Это моя работа, сэр. И работа блестяще выполнена. Спасибо, капрал. От меня и от Митча. Да, сэр. Отбой. Пока что это все. Стоп, что? Дик! Привет, капрал! Привет. Ладно, понял. Дик! Капрал, увидимся. Дик! Капрал при исполнении! Сержант! Как дела? О, транжира! Хорошо, улучшаем понемножку, да? Тебе кредиты дыру в штанах прожигают, что ли? Вот, прошу. А, ладно. Капрал Сент-Джон, ну ты заглядывай. Капрал, как твои дела? Сержант, как успехи? Капрал Сент-Джон, береги себя. Эй, тебе что тут надо? Полковник, вы меня вызывали? Капрал Сент-Джон, я слышал о тебе много хорошего от лейтенанта Уивера и Сары. Лейтенанта Уитакер. Говорят, ты свое дело знаешь. Спасибо, сэр. Просто делаю свою работу. У меня для тебя задание. Намады устроили лагерь к юго-востоку отсюда у 97-й трассы. Совершают набеги на наших людей во время вылазок. Нападают и удирают обратно в лагерь. Трусы? Что с них взять? Похоже, они устроили оборонительную позицию на крыше старой заправки. Я отметил ее на карте. Я посоветовался с капитаном Коури, и мы решили, что лучше послать туда кого-то одного, способного хорошо работать в одиночку и использовать элемент внезапности. Да, сэр, это я могу. Очень хорошо, капрал. Сообщи, когда задача будет выполнена. Свободен. Полковник, это Сент-Джон. Докладываю. Я на месте. Данные о разведке подтвердились? Да, сэр, подтвердились. Подкрепление требуется? Нет, сэр. Как вы и сказали, воспользуюсь элементом внезапности, если будет нужно. Давай, капрал, отбой. Крыша заправки. Ну, как мне туда попасть? Надо поосторожнее. Стать врасплох. Попал.
Не нравится мне это. Ну все, что ли? Господи. Полковник, это капрал Сент-Джон. Сент-Джон, да, лагерь мародеров. Ты справился? Да, сэр. Приказ выполнен. Отлично, капрал. Продолжай работу.
Дик, капрал при исполнении. Сержант, как дела? А, ладно. Капрал Сент-Джон, ну ты заглядывай. Целая куча мяса. На этой неделе голод мне не грозит. О! Иди, иди. Что происходит? Капитан? Доктора Хименеса убили. Что? Этот подонок. Ах ты, Господи. Перерезал ему глотку. Где Тейлор? Он... Тейлор что-то видел? Все препараты пропали. Тейлор. Это моя вина. Я назначил его в лазарет. Нет, 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 я не об этом. Тейлор наркоман. Ты знал? Хотя не важно. Уже нет. Солнце зашло не только на небе, но и в жизни великого человека. Капитан Артуро Хименес. Наш док скончался. Его отняли у нас накануне нашей победы. Капитана Хименеса убили. Злодейски лишили его жизни. Его кровью и поныне пропитана палатка, где он трудился день ото дня, поднимая на ноги больных и раненых. Трагедия не в том, что хороший человек погиб зря, хотя это вызывает у меня неподдельную скорбь. Трагедия в том, что он был незаменим. Он был единственным врачом среди нас, а может... И во всем мире. Теперь я осознал, какую огромную ошибку мы совершили. Мы наполнили наш ковчег книгами, семенами, дисками, медицинскими журналами и энциклопедиями. Этого у нас в избытке. Но кто теперь, по окончании войны, научит нас ими пользоваться? Журналы можно заменить. Книги и энциклопедии можно заменить. Доктора Хименеса, нашего единственного врача, заменить некем. Я пойду оплакивать его. Полагаю, как и вы. Все свободны. Что? Ну, пока все. Что все. Каша. Будешь?
Капрал Сен-Джон вызывает капитана Коури. Прием. Коури на связи. В общем, я буду искать Тейлора. За ним уже выслали несколько патрулей. Полковник в ярости. Ну еще бы. Док был хороший мужик. Капитан Хименес был нашим единственным врачом. Слушайте, Тейлор вроде говорил, что хочет податься на лыжную базу. Поищу его там. Если найдешь, сообщи. Но учти, полковник велел брать его живым. Да, понял. Конец связи. Слушаюсь, полковник Гарри. Скоро буду. Конец связи. Ага, мясо. Капрал, рада видеть. Сержант, есть чем похвастаться. На сегодня это все. Капрал Сен-Джон, у нас тут проблема, с которой ты наверняка справишься. Слушаю, сэр. Один из наших людей в заложниках. Сержант Мелинда Фостер. Она патрулировала нашу восточную границу вдоль 97-й трассы. На ее отряд напали. Двое вернулись живыми. А сержанта Фостер забрали. Мелинда Фостер. Знаешь ее? Никак нет, сэр. Я отметил на карте, где ее видели в последний раз. Я уверен, капрал, что ты вернешь ее живой и здоровой. Будьте уверены, сэр. Выполняй, капрал. Эй, тебе сюда нельзя!
поправимо. Нормально. Байка ополчения. Наверное, ее. Полковник, это капрал Сент-Джон. Докладываю, я на месте. И, похоже, в лагере пусто, сэр. Жизнь сержанта Фостер в том... Я на месте, вроде как. И куда же все делись? Это все? Видимо, да. Трудовые будни. Ну что, сержант, как у вас тут дела? Боже мой, спасибо. Дела отлично. Лучше некуда. Вас подвезти обратно? Вы видели снаружи байк? Или эти скоты его разобрали? Нет, нет, он еще там. Тогда я сама. Сент-Джон, верно? Спасибо. Я доберусь обратно. Полковник, я нашел сержанта Фостер. Она возвращается. Превосходно, капрал. Спасибо, сэр. Я попозже о ней справлюсь. Отбой. Ну вот, порядок.
колеса! Сен-Жан, ты слышишь? Да, Уивер, слышу. Зови меня, Джим. Слушай, я тебя не поблагодарил. В смысле, за помощь. Да ладно, я просто выполняю приказы. Но все равно спасибо. Я ценю, что ты таскаешься водище, рискуешь своей шкурой. И, кстати говоря, напал у меня почти готов. Скоро поможешь нам испытать его в деле. Да, хорошо, Уивер. Джим, да, помогу. Конец связи. Капитан, ну, эти следы свежие. Ожидайте. Это здесь. Ну, куда? Мне надо попасть внутрь. Как ты? Есть там кто-нибудь? Привет. Подстрелили! Нет, у нас потери! Thank you.
попался! Тейлор? Дикон Сент-Джон. Как дела, Тейлор? Облажался я, бро. Не хотел я его убивать. И откуда он только там взялся? Док был хороший, он ведь... Сука, он мне помог. Ну, вставай. Нет. Я не хочу в петлю. Я не хочу в петлю. Нет, я не хочу в петлю. Эй, слушай меня, Тейлор. Тейлор. Да ты дрыгаешься. Уэйд. Обсираешься, а эти мудилы стоят по стойке смирно. И ржут над тобой. Стоят и ржут. Не хочу в петлю. Дик, не дай меня повесить. Я прошу. Ладно, Уэйд. Сент-Джон! Я здесь. Передоз. Вот черт. Неси его наружу. Плевать, что человек натворил. Фриком. Тела не оставляем. Могу сказать одно. Полковник точно не обрадуется. Ну? Нашли его уже мертвым.
Передоз. Вернули большую часть препаратов, но не все. Как будто мало несчастный наш мир повидал разложение. Как будто в нем и без того слишком мало безмозглых, бездушных тварей. Доставьте их в лазарет. И на сей раз не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь.